Поликлиника поселка Донецкий продолжает работать, несмотря на войну, обстрелы со стороны украинских карателей и другие трудности. Коллектив поликлиники работает в обычном режиме, стараясь помочь всем жителям поселка. О работе и возникших трудностях рассказала сотрудница поликлиники. Расскажите, пожалуйста, как вот в условиях военного положения вы, медики поселка Донецкая, выполняете свои обязанности, помогаете людям? Какие трудности есть? Трудности. Ну как, обращаются за помощью, медсестры идут на вызов, и уколы колят, и давление меряют. Если, конечно, они сильно тяжелые, вызывают скорую, отправляют в Кировск, там оказывают помощь. Несмотря на обстрелы. Да, и под обстрелами, и нормальное время, более тихое, спокойное. Бегаем, падаем. А с медицинскими препаратами сложности, я думаю, есть? Конечно, есть. Ни сердечных нету, ни успокоительных нету. Там аллергетиков очень много. А по побам сидели, сосуды, господи, суставы попростывали. Все хромают. Ну, как много народу к вам там обращается за день? Когда как? Когда 20, когда 30, когда 5, а когда и все сразу. Когда врачи приезжают без границ, тут и 100 человек, и 150, весь поселок сбегается. А как вообще часто к вам приезжают именно врачи? Ну, раз в 2 недели, там 3 недели. Раз в месяц. Как у них получается? И оказывается врачебную помощь, да? Осмотр производят, выписывают лекарства. Все как положено.